В Бобруйске проживает 2150 многодетных семей, в которых воспитываются около 7000 несовершеннолетних. Все они пользуются льготами на воспитание и обучение детей, строят жилье с господдержкой. Сегодня число многодетных пополнилось. 8 семей из Первомайского и Ленинского районов получили удостоверение. Государством, конечно, оказывается разнообразная поддержка многодетным семьям. Здесь, начиная от пособий, которые регулярно повышаются, и в том числе у нас в городе активно строится жилье для многодетных семей с поддержкой государства. Только за прошлый год около 300 семей получили свои квартиры. На торжественных мероприятиях в администрациях районов присутствовали мамы и папы с детьми, младшие из которых родились буквально месяц назад. Кроме важного документа, счастливые родители получили на память подарки от Белорусского фонда мира. Очень важная для нас категория – это 5 и более детей. Вот у нас на начало года их было 54, уже 57 семей. Конечно же, сегодня мне хочется поздравить всех родителей с этим очень важным, наверное, для каждого праздником. После официальной части родители со своими чадами отправились в 7-й микрорайон увеличивать парк семейных деревьев. В посадке поучаствовали и супруги Мельто с дочерьми и сыном. Мария и Дмитрий сами из многодетных признаются, всегда мечтали о большой и шумной семье. Дети – это вообще радость. Самое, наверное, ценное и главное в жизни. Это наши дети. Ну, конечно, и большой труд, потому что вырастить детей – я знаю по своим родителям, это очень нужно много сил, терпения. Парк семейных деревьев сегодня пополнился 18 новыми саженцами. Возле каждого из них установили именные таблички. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.